Друзья, в продаже у нас Mercedes-Benz GLC 250 2018 года выпуска. Объем двигателя 2 литра. Автомобиль у нас на полном приводе. Приобретался он у официального дилера. Также обслуживался у официального дилера, что подтверждено сервисной книгой. Помимо этого, у автомобиля оригинальный ПТС. Очень хорошая комплектация, красивый кожаный коричневый салон. 4 стеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, подогревы передних кресел. Также у нас имеется круиз-контроль, мультируль, hands-free, климат-контроль, навигация, камера заднего вида. Также это у нас управление мультимедией. Подрулевые лепестки, электрорегулировка переднего ряда кресел. Электропривод багажника, датчики парковки как спереди, так и сзади. Автомобиль в очень хорошем состоянии, фактически как новый. Также на данном автомобиле установлены светодиодные фары.